Знакомьтесь, Кэтрин Кузмескас, блокчейн-энтузиаст, предприниматель, эксперт общественного здравоохранения. Она окончила Остин колледж Техас США по специальности психология. В университете Коннектикута Кэтрин получила степень магистра общественного здравоохранения. Начав профессиональный путь еще в студенчестве, она работала в нескольких компаниях сферы образования, здравоохранения и помощи предпринимателям. В последние годы Кэтрин была сначала strategic planner, а затем project менеджером в Yale New Haven Health, компании, предоставляющей медицинские услуги. Сейчас она сооснователь и генеральный директор медицинского проекта, работающего на технологии блокчейн Simply Vital Health.